Наше запоздалое извинение официально. Ребята, мы были заняты в дороге, но хотели минутку поговорить с вами, нашими фанатами. Я знаю, что мы разочаровали всех в интернете, и мы хотели бы извиниться перед интернетом. Нам так жаль, ребята! Задача нашего творчества — развлекать, и мы никогда никого не хотели расстроить. Особенно тебя, интернет. Мы многое узнали, и мы бы хотели все исправить. А что мы сделали? Я думал, ты знаешь. Вроде связано с интернетом. Так, погодите-ка. О, точно, назвали Ральфа дятлом. И все? Ну да, многие дятлы оскорбились. Стой, я думал, это интернет бесится. Он тоже. Дятлам не нравится сравнение с Ральфом. Я их понимаю, Ральф уж точно хуже пахнет. И мозг у него мельче. И он вечно ест крошки на скамейке. Правда? Так за что мы тогда вообще извиняемся? Что потратили ваше время. Не нужно извиняться, они же не звезды. Мне жаль, что мы наши потратили. А мне жаль, что нужен новый коктейль, потому что я это не заказывал. Я хочу тропический рассвет, а не закат. Я рад, что слава нас не изменила. Да, мы всегда были гадкими.